This conference will now be recorded. Итак, мы сегодня здесь с вами собрались для того, чтобы решить вопросы с непростыми и очень коварными сменными графиками. И в этом мастер-классе мы попробуем с вами правильно учесть норму времени и не допустить переработки. Меня зовут Екатерина Самкина. Я с удовольствием поделюсь и делюсь со всеми слушателями нашего учебного центра своими, естественно, знаниями. Наш центр на рынке уже более 29 лет. И, конечно же, все гарантии, которые мы вам предлагаем, вы как раз сейчас можете видеть. Приглашаю вас на практический курс по 1С, который специально написан и рассчитан именно для работников кадровой службы. Здесь нет никакого расчета заработной платы, но здесь мы последовательно проходим все этапы, которые необходимы для первоначальной настройки и работы с программой. Также говорим в большей степени, это самая большая доля учебного времени нашего курса, о регламентированном кадровом учете, о таких документах, которые, начиная с приема на работу, перевода и заканчивая, конечно же, формированием регламентированных отчетов, которые необходимо, может быть, делать в каких-либо организациях работникам кадровой службы. Забегая вперед, вы всегда спрашиваете, а где будут слайды, а будут ли они выложены. В личном кабинете вы можете после того, как записались, посмотреть страничку нашего мастер-класса и увидеть, что слайды уже там выложены. Я сейчас попробую показать, как это можно сделать. У меня личный кабинет преподавателя, у вас он несколько сделан по-другому. Я сейчас покажу, как это будет. Вот у меня, как у преподавателя, есть некие курсы, которые я сейчас в настоящий момент веду. И вот такая вот пометочка 7, это как раз наш мастер-класс, таким образом закодирован. Здесь у каждого слушателя написана страница группы. Для того, чтобы попасть в личный кабинет, достаточно зарегистрироваться на нашем сайте, либо вы уже зарегистрированы, значит, нужно перейти. Когда вы попадаете на страницу группы, перед вами будет некая информация обо мне в том числе, но в самом низу я разместила именно страницы сообщения для вас, и именно здесь вы найдете ссылку, которую можете скопировать, вставить в любом браузере в окно адресное и перейти и увидеть, что слайды вас ждут, и если, опять-таки, трудности возникают, значит, пожалуйста, можете записать мою электронную почту esankina@specialist.ru, я в обязательном порядке ответным письмом направлю вам слайды нашего мастер-класса. Видео, которое будет по результатам нашего мастер-класса записано, можно будет также посмотреть на страничке нашего учебного центра, но только предварительно зайдя в личный кабинет. О центре дальше выходите на страничку всех преподавателей, выбираете Самкина Екатерина Викторовна, это я, потому что я провожу мастер-класс, также можете ознакомиться и с другими записями, которые есть непосредственно на нашем электронном ресурсе. Это будет сделать нетрудно, также можете опять-таки по поиску на специалист ТВ попробовать посмотреть, видео появляется, как правило, на второй-третий день. Итак, мы с вами говорим уже о непростых и очень коварных сменных графиках в именно виде этого всего и автоматизации программного продукта 1С «Зарплата управления персоналом». Мы с вами прекрасно знаем, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Я подготовила здесь и уже заранее открыла как раз производственный календарь. И мы, конечно же, с вами знаем, что это тот инструмент, который уже внутри программного продукта 1С «Зарплата управления персоналом» заложен. А этот производственный календарь – это документ, ну, опять-таки, утверждает
принимается постановлением правительства, как правило, в июле года на будущий, но год был у нас с вами 2020 очень непростой, поэтому немножечко с запозданием, аж в октябре было утверждено постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Соответственно, именно с учетом этого постановления составляются графики, и в том числе, которые основаны на этом производственном календаре. Я немножечко пониже опущусь в производственном календаре, и мы с вами можем видеть как раз ту самую норму, которая, исходя из, опять-таки, установленного для именно каждой категории работника, у нас с вами имеется. Я буду отталкиваться от 40-часовой рабочей недели, для которой норма в 2021 году составляет 1972 часа. Вот как эту норму связать с тем самым графиком, который мы сейчас с вами будем строить, посмотрим. Итак, тема наша «Непростые, очень коварные сменные графики». Значит, мы будем говорить точно о таких графиках, которые невозможно уложить в нормальную продолжительность. Но та нормальная продолжительность, которая установлена у нас для 40-часовой рабочей недели, должна соответствовать тому самому суммированному учету рабочего времени, который мы с вами организуем в тот момент, когда невозможно определить, что сотрудник отработает каждый день 8 часов, что сотрудник отработает каждую неделю 40 часов. Значит, мы должны взять с вами какой-то учетный период, который может составлять месяц, квартал, но не более года. А если у нас с вами есть сотрудники, которые работают на вредных и опасных производствах, значит, такой учетный период не может превышать более 3 месяцев. Итак, наверное, начну. В нашем курсе, который, конечно же, я в обязательном порядке буду вести, в самом конце будут показаны даты, и я, может быть, даже покажу страничку курса. Есть практикумы, когда мы начинаем с вами и заполнять сведения об организации, и создавать, так скажем, структуру предприятия, то есть должности, заполнять справочник должности, заполнять справочник подразделения. И в том числе одна из неотъемлемых частей именно заполнения структуры предприятия является формирование графиков. Если, опять-таки, у нас с вами есть сотрудники, которые работают на таком простом графике, как 5-дневная рабочая неделя, то, естественно, этот график уже по умолчанию в поставках программного продукта уже есть. Я обращаю ваше внимание, что в настройках программного продукта «Зарплата и управление персоналом редакции 1» в подразделе предприятия есть те самые графики работы сотрудников. Основаны они и строятся они на основе производственного календаря, который мы как раз сейчас с вами посмотрели на одном из информационных систем. Получается, что производственные календари – это основа графиков, которые мы с вами будем строить. Российская Федерация – это тот самый наш график, по которому живет вся Россия, но, как вы видите, в программном продукте также есть и графики региональные, в которых есть, наверное, такие праздники, которых нет в федеральном календаре. Вот как раз то, что мы с вами будем видеть в производственном календаре, будет ложиться в основу наших графиков работы сотрудников, которые мы будем назначать при приеме на работу. Я хочу сейчас зайти в этот справочник, который всегда предзаполнен всего лишь одним графиком. Этот всего лишь один график, 5-дневная рабочая неделя, 40 часов. Какие-то здесь цифры, да, мы сейчас с вами посмотрим, откуда они здесь появились. И когда составляется график, в обязательном порядке, в основу того, как сотрудник должен работать, в основу того, какая ему норма устанавливается, мы с вами как раз переходим в изменить свойства графика. Мы будем с вами составлять самый трудный график, который только может быть. Да, это график будет сутки трое, а сегодня на мастер-классе. А здесь мы сейчас видим самый простой график, который заполняется по дням недели, а у нас будет под циклом,
по циклам произвольной длины. Этот график учитывает у нас с вами праздничные дни, а это значит, если 23 февраля выпадает на понедельник, значит, сотрудники с этим графиком будут в понедельник отдыхать, потому что это у нас праздничный день. Ну, нерабочие оплачиваемые дни, это у нас все с коронавирусом появилось, конечно же, в 2021 году этих дней у нас уже ни в коем случае нет. При соблюдении длительности рабочей недели 40 часов, конечно же, никакой суммированный учет не ведется, а мы его обязательно будем вести. Время устанавливается полное, и в тот момент, когда мы с вами уже установили флаг по дням недели, пятидневная рабочая неделя или шестидневная рабочая неделя, у нас с вами появляется расписание работы. В расписании работы, так как мы по дням недели хотим заполнить график, устанавливаются сразу в автоматическом порядке с понедельника по воскресенье дни рабочей недели. Если работник будет выходить в какой-то день, значит, мы ему устанавливаем количество часов, которые соответствуют этому графику. Если сотрудник не будет работать в субботу, воскресенье, значит, мы ничего не пишем. Программный продукт это понимает как нерабочий день сотрудника. И если уже грамотно, правильно, без каких-либо ошибок и неточностей мы с вами свойства графика отобразили, то это уже попадает у нас с вами непосредственно в график работы. Мы с вами видим, да, наверное, в 2021 году с 1 по 10 число вся страна отдыхала. Дальше всего лишь нам надо посмотреть, какие были дни недели. Ну, я так по памяти еще помню, что с 18 по 22 января это у нас с вами были обычные дни с понедельника по пятницу, 23, 24, суббота, воскресенье, и именно то, что мы сейчас видим, заполнилось, исходя из того, что мы указали в свойствах, но даже мы сказали, что здесь это все по умолчанию, в предпоставках пятидневка была. Итак, при назначении сотруднику этому графика работы, сотруднику никакой суммированный учет вестись не будет, потому что он здесь и не нужен. Норму мы можем с вами соблюдать. Да, у меня здесь есть какие-то уже графики, это у меня база такая тренировочная, в которой я пишу курсы, прорабатываю какие-либо методики, и, наверное, мы с вами как раз сейчас будем заполнять самый трудный график. И вот прежде чем мы его заполним, тот самый график сутки трое, давайте мы, наверное, как раз обговорим, а что мы будем делать. Программный продукт 1С в любых своих блоках, в любых своих задачах представляет собой четкое описание методологов, программистов 1С, как и что нужно делать. В большинстве случаев, всегда пользуясь именно их наставлениями, мы берем и повторяем. Вот я, наверное, так забегу немножечко в курс 1С зарплаты управления к расчетчикам. У расчетчиков этот график, создание этого графика, но там не диспетчер, у нас охранники работают, выведен в самостоятельную работу. И под самостоятельной работой говорится, возьмите, пожалуйста, и повторите все, что вы видите в скриншоте в методическом пособии. Но все-таки у кадровиков это все выводится в непосредственно самостоятельную практику. Итак, у нас немножечко другое будет, если кто-то решит, да, присоединиться к нашему учебному курсу, немножечко другие будут практикумы, но тем не менее. Здесь у нас работают диспетчеры, работают 24 часа в сутки, обед не выделяется. После того, как сотрудники отработают сутки, им предоставляется 3 дня выходных. Смена у каждого сотрудника начинается в 8 часов 00 минут. Мы уже с вами видели, да, что именно графики работы сотрудников мы можем найти, воспользовавшись вот именно таким путем, настройка предприятия графика работы сотрудников. Именно там мы с вами только что были и смотрели график работы пятидневка и видели расписание работы. Но я даже не сделала на нем акцент, не обратила внимания, а это значит, что сейчас в обязательном порядке мы рассмотрим и этот блок в свойствах графика работы сотрудника. Каким образом мы будем его заполнять? Но, наверное, мы подразумеваем, что если сотрудник работает 24 часа, то нужно не забывать про то, что будут ночные часы. А это значит, что галочку в обязательном порядке нужно будет указать. А дальше заполнить наш график именно таким образом,
как сотрудник будет работать. Данные графика будут перенесены уже непосредственно в документ, который мы будем считать кадровым, регламентированным документом кадрового учета, назначим сотруднику либо при приеме, назначим сотруднику либо при переводе его на какую-либо другую работу. И именно в соответствии с тем расписанием, которое мы сейчас с вами увидим, которое ляжет именно в график работы, мы с вами будем видеть табель учета рабочего времени конкретно взятого сотрудника. Но, наверное, забегая вперед, скажу, что, конечно же, все скриншоты, все указания у нас с вами в методическом пособии есть. И есть, опять-таки, расписание работы, которое состоит из цикла произвольной длины. Цикл произвольной длины устанавливается, исходя из того, что одни сутки сотрудник будет работать, трое суток отдыхать. То есть в расписании работы мы показываем не только рабочее время, но и не рабочее тоже. Соответственно, как только цикл заканчивается, сразу же он начинает повторяться. Вот красная стрелочка 8 часов означает, что сотрудник сейчас придет на работу. Так как он будет работать 24 часа, мои часы приобрели два циферблата, которые как раз означают двое суток. Итак, 8 часов он пришел на работу. Не забываем про ночное время, которое начнется в 22 часа и закончится в 6 часов утра. 8 часов он пришел на работу, мы с вами методично начинаем считать каждый час, который соответствует явке или работе в дневное время. Вот при подсчете первого циферблата явка составила 12 часов. Далее у нас с вами, ну как будто так, наступает 20 часов, мы перемещаемся с вами на второй циферблат и снова начинаем считать 22 часа. Начинается время ночное. А это значит, что мы сейчас с вами, посчитав зеленые стрелочки, которых 14, которые соответствуют 14 часам явки, перемещаем вот эти вот все сведения с вами в расписание работы, основа нашего графика работы. И начинаем считать ночные часы. Ночные часы составляет 2 часа в пределах первого дня работы, то есть закончились сутки. И мы с вами переносим вот это количество, которое сейчас посчитали, в соответствующую ячейку расписания работы. И у нас с вами начинается второй цикл произвольного, вот нашего именно, нашего графика работы или произвольной длины. И мы уже начинаем считать с вами то рабочее время, те ночные часы, которые соответствуют вторым суткам работы сотрудника. И помещаем эти 6 часов также в расписание работы. Остается 2 часа явки, которые будут отработаны во вторые сутки полных суток работника. Третий, четвертый день он будет полностью отдыхать. Также он будет отдыхать с 8 часов утра, да, целый день еще получается второй, и в первый день он тоже будет отдыхать некоторое время до 8 часов утра, поэтому мы будем сейчас здесь видеть и видим, что 24 часа он работает, а трое суток, то есть 24 умножить на 3 или 72 часа, он у нас с вами отдыхает. Задача сейчас это все поместить в программный продукт 1С и увидеть, что методики, которые реализованы разработчиками, работают. Ну и в довершение он что, в 8 часов утра ушел домой. Я возвращаюсь к программному продукту, а мы сейчас находимся в графиках работы сотрудников, которые в обязательном порядке настраиваются не так часто, да, только, может быть, если существенно меняется условия работы или, например, впервые, когда мы только с вами начинаем работать в программном продукте 1С зарплаты управления персоналом. Я напомню, где мы сейчас находимся. Мы сейчас находимся в разделе «Настройка». Мы сейчас находимся именно в справочнике графики работы сотрудников. Мы их можем сделать здесь неограниченное количество раз и в дальнейшем, принимая на работу сотрудников, уже в документах регламентированных кадрового учета, будем назначать эти графики нашим работникам. Итак, я снова здесь создаю новый
график, несмотря на то, что у меня здесь есть, да, я могла показать и посмотреть, что у меня есть, нет, создадим с вами новый график, у нас хоть диспетчеры работают, могли бы написать диспетчер, смена первая, диспетчер, смена вторая, я напишу мастер-класс, первая смена, то есть это будет опять-таки соответствовать элементу справочника, чтобы мы с вами смогли быстро подтянуть, подгрузить, назначить этот график работы сотруднику. Первая смена. Что мне теперь нужно сделать после того, как я написала наименование графика? Конечно же, мне нужно заполнить сам график, но заполнится он только после того, как я заполню его свойства, отражу те данные, которые мы только что с вами проговорили. Наверное, переходим к первому блоку, который по умолчанию у меня выставлен по дням недели. Обратите, пожалуйста, внимание, сейчас расписание работы изменится, потому что способ заполнения, вот этот вот первый блок, да, который мы с вами должны заполнить, я выберу по циклам произвольной длины. Программный продукт говорит: пожалуйста, цикл установите, какой он у вас. А мы его только что на бумаге разобрали, да, или в слайдах. Это 4 дня, сутки сотрудник работает, трое отдыхает. И опять-таки нету здесь никаких ночных часов, но мы их укажем. Они предварительно были указаны нами в настройках программного продукта. И также мы этот с вами материал в обязательном порядке на курсе разбираем. Я сейчас хочу снова напомнить вам именно слайд, то есть по сути еще раз повторимся. Методологи 1С говорят нам, надо сделать так. Значит, мы это делаем. Хорошо, если нам сейчас объяснили это и мы все поняли, но задача все-таки программного продукта, чтобы мы его понимали. И если вдруг остаются плюсы-минусы в нашей голове, значит, нужно бросить все и взять и повторить. Если не получилось один раз, значит, второй раз обязательно получится. Итак, все, что мы сейчас здесь видим, мы помещаем в свойства графика. Итак, у нас с вами... Так, немножечко раздвину. Явка 14 часов в первый день работы сотрудника, 2 ночных. Потом идут 6 ночных и 2 часа явки. Все, сотрудник уходит домой. Что мы здесь видим? Длительность рабочей недели не изменилась, потому что нормирование таких графиков, которые у нас с вами по циклам произвольной длины, предполагает, что в обязательном порядке ведется суммированный отчет. Мы с вами не можем определить, да, что сотрудник в какой-то день отработает 8 и в какой день он у нас с вами переработает. В настоящий момент еще один, да, недочет мы с вами допустили, это при заполнении учитывать праздничные дни. Эту галочку нужно убирать. Давайте мы, наверное, сейчас посмотрим, что у нас получится, а потом зайдем и исправим. Должно сейчас не получиться. Я говорю «Окей». И мы с вами видим, что никаких сутки трое не вышло. Почему? Потому что при заполнении учитывать праздничные дни говорит нам следующее. Наверное, вы все дни, которые предполагают, что по статье 112 и 14 дней отдыхают сотрудники, и этот сотрудник тоже будет отдыхать. Нам это категорически не подходит. Я снова буду менять свойства графика. Я буду убирать вот тот самый флаг, который позволяет сотрудникам отдыхать все красные дни календаря, потому что у этих сотрудников работа не предполагает такого отдыха. Еще очень важный момент, который мы с вами не разобрали, он далее будет на слайде. Это дата отсчета. Дата отсчета – это очень важный момент, когда вы только начинаете работать с программным продуктом 1С. Если я перехожу с 1.01.2021 года или заполняю график работы на 2021 год, может быть, да, я концептуально поменяла все правила внутреннего трудового распорядка, и у меня только появился суммированный учет, и он будет действовать с 1 января. Тогда вопрос, если я устанавливаю дату отсчета 01.01.21, значит, вот этот день первый у сотрудника будет как раз, который работает на этой смене? Да. Соответственно, видимо, этот сотрудник у нас уходит на работу, приходит второй, да, у второго дата отсчета уже будет следующее число, он второго придет на работу. Давайте мы это все с вами попробуем сделать, а потом я уже покажу, я обращаю ваше внимание, здесь есть
очень большой и существенный недочет, да, в этой дате отчета, который я сейчас допускаю. Но я хочу, чтобы вы увидели, что если мы год, в котором начинаем вести работу, и тот год, который помещаем именно в дату отчета, совпадают, это значит, что ночью 1 числа никто не будет работать, потому что вот этот сотрудник только в 8:00 придет. Ну, давайте будем пробовать. Кнопочка «Ок». Да, мы с вами можем видеть, что здесь все прекрасно, все хорошо. 1 числа сотрудник пришел, он пришел в 8:00, и он начинает работать. Я скажу записать, закрыть. Мы чуть-чуть попозже назначим этот график работнику, но по такому графику, видимо, у меня должно работать не менее 4 человек, и должно быть не менее 4 смен. Вторые, третьи, четвертые смены – сменные, вот именно такие, всегда удобнее создавать именно копирование. Наступила, скопировала. Что мне нужно сделать сейчас? Мне нужно только, ну, может быть, я нажму заполнить, да, заполнилось на основании свойств графика. То есть и вторая смена тоже, что ли, придет у меня, когда 1 числа? Нет, нет, не подходит. Я захожу в изменить свойства графика, я говорю, что вторая смена придет 2-го. Дата отсчета этого графика 2 число. Наверное, сейчас сработает. Да, мы с вами видим, что 1 числа приходит первая смена, а 2 числа приходит вторая смена. Основываясь вот на этой методике, мы с вами сейчас должны увидеть, что третья смена придет 3 числа. Итак, третья смена, ой-ой-ой, третья смена приходит 3 числа. Изменяя свойства графика, указываю, что следующий день, да, все хорошо. Следующая смена должна прийти 4 числа. Вот сейчас мы с вами этот существенный недочет, который я допустила при составлении первого графика, первой смены, мы должны заметить и увидеть. Четвертая смена. Изменяю свойства графика. Четвертое число, окей, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, связь не пропала, что-то вы совсем никаких вопросов не задаете, я допускаю, что либо все понятно, да, либо вопросов нет. Итак, я обращаю, да, что дает признак суммированный отчет, мы сейчас с вами это обязательно разберем, да-да-да, разберем. Спасибо, Евгений, за вопрос. Итак, я обращаю ваше внимание, что при создании четвертой смены мы увидели, что сотрудник действительно пришел 4 числа, но я обращаю ваше внимание, что у нас никто не работал 1 числа ночью. То есть это означает, что есть такое правило. Всегда, когда вы в каком-то году вводите суммированный учет, нужно дату отчета ставить любое число предыдущего года. И уже все последующие смены отсчитывать, рассчитывать, исходя из вот этой вот даты отчета. Но, наверное, здесь мы с вами в изменении свойства графика вспомним, да, что первая смена у нас приходит 1 числа, значит, видимо, я установлю дату отчета 20 год, декабрь, 31 число. Тогда я увижу, что этот сотрудник придет и 31, и 1 ночью до 8 утра будет работать, и 4 он тоже придет. Это выпадет на именно его смену. Вот такая вот задача у даты отсчета. То есть мы видим, да, промежутки, мы видим сутки, человек работает. Итак, я запишу этот график, я отвечаю на вопрос Евгения, что дает признак суммированный учет. Признак суммированный учет позволяет нам в дальнейшем, но, знаете, очень удобно работать преподавателем, когда кадровики, а я же представляю вам сейчас курс кадровый, да, когда расчетчики спрашивают что-то, что касается кадрового учета, я им отвечаю, вы знаете, что это пусть кадровики думают, да, а у кадрового учета наоборот, это пусть расчетчики думают. На самом деле это признак суммированного учета рабочего времени и для расчетчиков, и для кадровиков. Суммированный учет рабочего времени позволяет в дальнейшем в автоматическом порядке рассчитывать переработки, которые будут допущены сверх нормальной продолжительности рабочего времени для этого сотрудника. Мы сейчас это посмотрим.
смотрим. А для расчетчиков, то есть кадровики, да, отслеживают переработку, расчетчики с помощью этого, опять-таки, признака могут увидеть, сколько сотрудник переработал, и за те часы, которые у него сверх нормальной продолжительности рабочего времени, ему будут устанавливаться доплаты за вот переработку при суммированном учете. Уважаемые коллеги, я, наверное, думаю, со графиками мы закончили, но если все-таки есть у вас вопросы, пожалуйста, задавайте. Я обращаю ваше внимание, да, Надежда пишет плюсик, я обращаю ваше внимание, мы с вами сделали 4 графика, но, наверное, не позволяют рамки нашего мастер-класса создать сразу 4 приема на работу. Поэтому давайте мы на примере одного сотрудника это рассмотрим. На начальной страничке я уже установила рабочее место кадровика, выбрала такого нашего подопытного кролика, сотрудника Собакевича Сергея Семеновича, и мы как раз можем видеть, что у этого работника есть приказ о приеме на работу. Задача, да, как-то программе сказать, что сотрудник работает именно по этому графику. Я открываю документ. При приеме на работу сотруднику нужно было бы установить этот график. Вопрос от Жанны. Екатерина, при 4 сотрудниках ведь будут переработки, если работать 24 часа. Как быть в таком случае? Уважаемая Жанна, прям вот сняли как раз продолжение нашего мастер-класса у меня с языка. Конечно, будут бешеные переработки, которые вообще ни в какие рамки не входят. И это вот как раз продолжение моего дальнейшего нашего мастер-класса. Да. Мы сейчас с вами назначим этот график работнику, посмотрим бешеные переработки и обговорим, каким образом можно их избежать. Итак, график работы при приеме на работу я устанавливаю мастер-класс «Смена первая». Принимаю сотрудника на работу. И то, что сказала Жанна, сущая правда. Мы сейчас с вами увидим, что ни в каких рамках 120 часов мы переработку не сможем уместить. Для того, чтобы это проверить, я уже предварительно поместила в избранное табель учета рабочего времени. А табель учета рабочего времени – это такой отчет, который находится у нас с вами в разделе «Заработная плата». Наверное, мы с вами сейчас по Собакевичу сформируем табель учета рабочего времени, я его тоже уже предварительно, да, так выбрала, для того, чтобы в табеле учета рабочего времени больше не было никого. Дальше я открываю листочек Excel, и я заранее заготовила и записала ту норму, от которой мы будем с вами отталкиваться. То есть наш работник может переработать максимум 120 часов в год, да, исходя из нормы времени для 40-часовой рабочей недели. Но я, наверное, сейчас знаете, что раз, два, три, четыре, буквально пять месяцев за полдня, мы с вами скажем, что да, все, пора сдаваться, пора менять это 24 часа, это ни в какие ворота не лезет. Варианты, да, когда мы с вами устанавливаем именно 24 часа, тогда, когда сотрудник не без отрыва от производства работает, и он никуда не может отлучиться, ему разрешается перекусить, да, и там куда-то отойти именно внутри этих 24 часов. Но для таких работников тогда, да, действительно нужно еще пятый, который позволит вот эту вот норму переработку, как бы допущенную, которая может быть допущенная переработка, совместить. Итак, вот давайте прям пойдем. Наш Собакевич имеет количество дней в табеле, количество часов в табеле учета рабочего времени в январе 192, может быть, даже вот так вот, да, я буду сейчас писать. То есть январь мы пишем 192. Что-то там у нас с вами, может быть, вот так вот, да, поуже сделаю, чтобы рядышком это все было. Что там у нас с вами в феврале? В феврале 168, в марте 192. Вот я, наверное, сейчас буквально еще 2 месяца напишу, и вы увидите, что все, его переработка уже выше крыши. 192. Я не буду дальше идти, да, то есть, наверное, может быть, даже, ну, хорошо, ладно, пойду, что же делать-то уж по максимуму. 184. Дальше, какой тут у меня месяц, чтобы я не ошиблась, да, какой месяц, чтобы я не ошиблась. 7, заодно проверю. Табель учета рабочего времени у нас с вами за
Да, седьмой месяц сейчас. 176, 192, 176, 192, 184, 176, 184, 176. Осталось два месяца у нас с вами. 192 в ноябре и 184 в декабре. Соответственно, если мы с вами также подведем итог и хотим уточнить, а какая дельта, да, то дельта зашкаливает. Это 2200 часов минус 1972 караул. Но я хочу еще обратить ваше внимание, что вот эта вот норма у сотрудников с суммированным учетом, конечно же, сокращается, если вдруг сотрудник у нас пойдет в отпуск. Например, мы возьмем с вами месяц июль, да, допустим, сотрудник у нас уйдет в отпуск на сколько? Пусть это будет те же самые 28 календарных дней. В производственном календаре в июле я прям вот просто возьму, закрашу 28 календарных дней. Наверное, это будет вот именно вот это количество. Допустим, он там пошел у нас 4 числа. Норма рабочего времени в июле у работника сократится. Значит, мы скажем, что только 16 часов, именно вот этих вот 8 часов выпадает. Да, спасибо. Секунду буквально. Так, итак, если мы в июле с вами укажем, что это будет всего лишь 16, то посмотрите, что, ну, другой вопрос, что он, конечно, в июле и работать не будет. Вот, спасибо большое, Жанна, за то, что вы такая наблюдательная, спасибо за то, что вы так уже много знаете, что нужно нам здесь с вами учесть. Ну, во-первых, в настройках графиков работы сотрудника, либо будет еще одна пятая смена, но тогда у сотрудников будет жуткая недоработка, либо мы заходим с вами именно вот в этот наш график, изменяем свойства и говорим, не работал сотрудник у нас 24 часа, у него были те перерывы, которые исключаются из рабочего времени, а если они из рабочего времени у нас с вами исключаются, то и сотрудник будет работать, скажем, ну, может быть, не 14 часов, да, а пусть это будет 13,5, ну, может быть, два перерыва у него по 30 минут, или знаете, как вообще очень часто такую норму пишут 22 часа, то есть два перерыва были по 45 минут, некоторые и несколько перерывов, там три перерыва по полтора часа. Но в любом случае я сейчас просто напишу вместо 14-12, это будет означать, что сотрудник у нас, допустим, хотя могли бы и ночные часы, да, сократить, но тем не менее, вот сократила я именно явку. Если мы с вами всего лишь вот сделаем изменение в график работы, то мы уже с вами увидим, что в табеле учета рабочего времени гораздо меньше будет сокращение. Но вот уже по просчетам, да, таким вот, которые предварительно, конечно же, кадровики в обязательном порядке делают в начале каждого года, вы определите, что если сотрудники работают вот на таких графиках работы 22 часа, у них получается очень такая существенная недоработка, которая все-таки невыгодна работодателю, он должен ее оплатить. Если у нас 24 часа, это недопустимая переработка, а если 23, вот это, знаете, прям золотая середина, есть переработка, и она незначительная. Уважаемые коллеги, пару слайдов, буквально еще те, которые мы с вами уже проговорили. Я обращаю ваше внимание, что дата отсчета – это всегда любое число, года, предшествующего ведению учета. И, конечно же, вот то, что, Жанна, вы заметили, но здесь я немножечко другой график сделала, да, у нас 4 перерыва по 30 минут. Уважаемые коллеги, я передаю слово Валентине Александровне, менеджеру нашего учебного центра. Пожалуйста, Валентина. Алло, добрый вечер, меня хорошо слышно? Уважаемые слушатели, вы прослушали замечательный мастер-класс, автором которого является одна из наших ведущих преподавателей практиков данного направления, Санкина Екатерина Викторовна. Приходите учиться к нам на курсы, которые проводит она и ее коллеги, как в очном, так и в онлайн-формате. Приглашаю вас на курсы этого направления. Налогообложение 2021, ведение налогового учета, проблемы решения, практикум по применению ПБУ,
1С бухгалтерия, налог на прибыль, расчеты по ПБУ, особенности учета НДС в программе 1С бухгалтерия, подготовка отчетности ФНС, ПФР, ФСС в 1С бухгалтерия. Большие преимущества по получению широкого спектра знаний и практических навыков, а также экономии денежных средств при оплате, дают наши комплексные и дипломные программы. Например, бухгалтерский учет полный курс, бухгалтерский учет и операции по расчету заработной платы в 1С, налоговый учет в 2021 теории и практика применения в 1С бухгалтерии, бухгалтер малого бизнеса. Ну, естественно, это не весь спектр наших курсов и программ данного направления. Можно ознакомиться на сайте, если какие-то вопросы у вас возникают, или же вы уже приняли решение учиться на наших курсах, пожалуйста, обращайтесь ко мне в общий чат, пишу мои контактные данные, пожалуйста. Уважаемые коллеги, спасибо, Валентина. Если есть какие-то вопросы, я попрошу вас их задать. С удовольствием отвечу на те, которые еще не смогла разрешить. Мы до конца нормирования так и не досмотрели. Так, Евгений, что мы там не досмотрели в нормировании? Евгений, попрошу прямо уточнить, что мы не досмотрели. Но я просто имела в виду, как в норматив попасть. В норматив при графике сутки трое вы попадаете следующим образом. Вы пишете, да, вот именно прям создаете конкретно для каждого сотрудника норму времени, которую он должен отработать в соответствии с 40 часами, и именно к ней вы можете прибавить не более 120 часов. Получается, что если мы сейчас с вами написали 22 часа, то это будет не доработка, она допустима. Я, может быть, сейчас в норматив попасть, график работы 23 часа в сутки. То есть предоставлять два перерыва по полчаса. Может быть, да, опять-таки я вот сейчас сделаю такую колоночку, отработано, запятая 23 часа. Тогда я в графике сейчас подправлю именно рабочие часы 23 часа в сутки. Сейчас я это сделаю и обновлю именно табель учета рабочего времени. Изменить свойства графика. Ну, может быть, да, скажу, пусть у него будет два перерыва днем. Окей. В ночью там, допустим, он будет один, значит, он не может отойти, и, соответственно, все перерывы у него уже будут внутри рабочего времени. Вот если я обновлю табель учета рабочего времени, то мы с вами можем увидеть, что да, как раз его рабочие часы здесь уменьшились, и уже давайте попробуем посмотреть, а что у нас будет, если учетный период год январь 184, февраль 161. 184, 161. Попробую сейчас я что тут как-нибудь так сжать, чтобы мне поменьше между мониторами, между экранами переступать. Ой-ой-ой, не хочет слушаться, да, программа. Так, вот так. И топ-топ-топ. Значит, это у нас с вами январь, это у нас с вами февраль 161, март 184 и 161 апрель, май
184, 176 июль, 169, 184. Я, к сожалению, уже забыла, какие там месяцы, поэтому я буду просто писать именно его отработанное время. 176, 169, 184 и 176. Да, здесь все-таки есть один такой еще недочет вот здесь, где я сделала. Почему? Потому что если бы он у нас с вами в июле при уменьшенной норме отдыхал, то, ну, я допускаю, что отработал бы всего лишь 24. Вот пусть он отработает всего лишь 24. Значит, соответственно... Значит, для 40-часовой недели 23, да, ну-ка, так, ага, значит, даже по этому графику мы, кстати, с вами в норматив не попадаем. То есть получается, что если я все правильно указала, то посмотрите, у нас с вами переработка составляет аж 151, то есть даже здесь мы в норматив не попадаем. Ну что, дополнительный отгул, или, например, там опять-таки уже 22, может быть, с половиной часа, да, 22,5. Но вот я обращаю ваше внимание, что если мы опять-таки с вами берем графики работы сотрудников, то такие просчеты нужно делать непосредственно для каждого графика, потому что в каких-то графиках сотрудник работает и 1.01, и 31.01, но это опять-таки все к 40-часовой рабочей неделе. Значит, норматив попасть плюс-минус 23, скорее всего, один из графиков точно попадет, но как вот мы сейчас с вами просчитали, первая смена никак не попала. Да, Евгений, значит, где у нас ведется учет переработок? Ну, это уже, знаете, это уже прям весь курс вы хотите, да, уточнить, но все-таки скажу. Учет переработки ведется в посте-системе программного продукта. Перед праздниками, конечно же, сокращается на один рабочий день, но только не у тех, кто работает при суммированном учете рабочего времени, у которых галочка, да, такая не стоит. Это вот будет сокращение для пятидневки. Если вы опять-таки посмотрите то, что у нас с вами 1972 часа для 40-часовой рабочей недели, это уже с учетом того, что у нас с вами сокращены именно вот эти вот праздники. Если я в производственной календарь захожу, мы с вами можем видеть такие дни, которые со звездочкой, а это означает, что в этот день для 40-часовой рабочей недели норматив 7. И мы с вами, если 22 рабочих дня, вот я прям беру 22 рабочих дня, умножим на 8, не получим 175, то есть ту самую норму для 40-часовой рабочей недели. Мы с вами видим, что здесь 21 день умножить на 8 плюс 7 часов. Но это же все как раз не что иное, что является нормой рабочего времени, уже с учетом 7-часовых рабочих дней. Значит, да, отвечаю, Евгений, снова на ваш вопрос, где ведется учет переработок. В подсистеме программа работает по методу отклонений от графика. Соответственно, что такое метод отклонений? Это значит, что тот график работы, который назначен сотрудником, предполагает, что сотрудник в этот день не будет выходить. И если вот именно в табеле учета рабочего времени мы с вами видим те часы, которые сотрудникам отработали, программа уже их запоминает. Но все-таки уже переработка ведется именно в разделе «Заработная плата». Перед тем, как мы с вами начисляем заработную плату, это уже делает не кадровик, а расчетчик, мы с вами регистрируем переработки. Регистрация переработок предполагает, что исходя из, вот я сейчас попробую, может быть, за тот же самый год зарегистрировать, исходя из 31.12.2022
21. Исходя из нормы для 40-часовой рабочей недели, которая будет уменьшаться на, опять-таки, отпуск сотрудника, будут идти переработки. Тот учетный период, который у нас с вами установлен, он именно в программе нигде не устанавливается, то есть мы его автоматически устанавливаем именно здесь. Вот если я здесь пишу год, это означает, что учетный период у меня год. Я нажму «Заполнить». Так, где наш сотрудник Собакевич? Угу. Сотрудник Собакевич вообще не попал. Но здесь есть очень большой такой нюанс, да? Вот я прям расскажу. Здесь нужно очень подробно вот именно изучать программу. То есть надо и начислять заработную плату, и может быть, да, даже я должна сейчас посмотреть, а вдруг ему уже заработная плата начислена, и переработки все, соответственно, учтены. Надо мне это, соответственно, смотреть. Вообще сейчас посмотрю, где он у меня тут устроен, в какой организации. Да? Собакевич у нас устроен в организации АО «Орион Зуб». Да, все хорошо. То есть, соответственно, опять-таки, первое, надо начислять заработную плату и потом, соответственно, вот эти вот переработки регистрировать. Нюанс следующий, что если, опять-таки, норма, да, норма попадает из расчета 1972, вот именно в 2020 году за вычетом уменьшения, если он у нас будет в отпуске, но есть очень большой нюанс. Если у сотрудников в переработке попадают праздничные дни, значит, они уже оплачиваются именно в документе заработной платы. Давайте попробуем, может быть, сейчас начислим заработную плату за, там, скажем, январь 2021 года сотруднику Собакевичу и увидим, что ему уже эти переработки будут именно за праздничные дни, за выходы в праздничные дни начисляться. Так, ну, наверное, нажму «Хорошо заполнить», потом только Собакевича нашего одного подтяну. База у меня тут вообще-то предполагает не рассчитывать заработную плату, поэтому сейчас посмотрим, что у нас с вами получится. Да, значит, я, наверное, выделю, да, только Собакевича. И вот уже по Собакевичу мы как раз с вами сейчас посмотрим, что происходило. То есть получается, в тот момент, когда сотрудник у нас вышел в январе там, в какие-то сутки на работу, ему был установлен оклад 40 тысяч рублей, и он ему был оплачен. А вот если возникают переработки, которые относятся к дням 1-8 января, да, мы же в январе сейчас находимся, то они оплачиваются прям сразу же, как работа в выходные дни, то есть умножить на, соответственно, 2. В дальнейшем, если мы уже с вами регистрируем переработки, то эти переработки – это те переработки, которые не за праздничные дни. Может быть, просто здесь неудачно так вот график подтянула я, и, соответственно, в регистрацию переработок не попало. Иногда бывает, да, знаете, что переработки есть, они уже там, например, оплачены. Так, если еще вопросы есть, пожалуйста. Уважаемые коллеги, на всякий случай я с вами прощаюсь, но еще все-таки я буду здесь, если какой-то вопрос будет, то я жду. Спасибо вам большое, всего доброго.